спасибо. Приветствую также всех вас. Не смотрел предыдущую программу, я немножечко, может быть, пробегусь по датам вот того, как и что и когда было. Ну, хочу сказать, что Михаил Данилович Локтев родился в 1937 году. Дальних селений, несите родимый. Коммунист. Да, изгоняйте. Да, обсуждение, мне кажется. Реальная жизнь, мы живем материально. Если, естественно, чисто душевные, может быть, какие-то быть. Приветствую я вас. Причем приветствую от имени программы. Как вы помните, программа